Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на проекте Amazing Replay. Сегодня будет очень интересное видео. В этой серии покажу финку очень интересного бизнеса, а именно магазин оружия. Я вам покажу, сколько он принес за месяц. Вы реально будете в шоке, поэтому смотрите видео от начала до конца. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Replay. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Пацаны, я нашел очень прикольный проект по программному обеспечению. Кайф в том, что там самые низкие цены, какие я только видел. Называется проект Smayung, ссылочка будет в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Я думаю, вам это будет очень полезно. Итак, пацаны, я приехал к данному бизнесу, он находится в Южном, получается, там магазин оружия, вот так он, в принципе, выглядит. Это новый бизнес, который добавили на глобальное обновление, то есть раньше такого бизнеса не было. И мне всегда было интересно, какая же здесь финка, вот реально было всегда интересно, и все-таки я узнал финку, и вам это все сегодня покажу. Потому что я был просто реально в шоке от того, какая здесь прибыль. Конечно, пацаны, сейчас уже финку во всех бизнесах порезали. Давайте посмотрим, кто владелец данного бизнеса. Получается, Дмитрий Праймер его купил. Ну, по-моему, Дмитрий Праймера был нотариус в Южном. Но он либо его продал, либо еще что-то сделал. Ну, короче, теперь он владелец этого бизнеса. Ну, типа, тут цены довольно-таки разные, реально. Типа, бита есть. Какая-то перестрелка началась. Прикольно. Прикольно, короче, пацаны. Тут стоишь себе, просто оружие покупаешь, и здесь начинается перестрелка. Я не знаю, пацаны, здесь чистая прибыль приходит или нет, потому что, ну, допустим, если я броню куплю, то ему такая же сумма придет в бизнес или нет. Ну, скорее всего, да, потому что, пацаны, финка здесь реально очень большая. Я думаю, пришло время вам это показать. Сейчас перед вашими глазами будет, получается, скриншот данной финки. Я думаю, вы просто будете в шоке. Просто смотри, какая там финка. 28 миллионов, 11 миллионов, 20 миллионов. Реально, финка очень большая на самом-то деле. И я просто в шоке. Да, возможно, в бизнесе там и 100 тоже такая же финка, хотя я сомневаюсь. Но это реально очень много, пацаны. Получается, данный владелец бизнеса, который им владел, а вроде бы им владел Павел Фриман, временно владел им. Я не знаю, он был основным владельцем, либо он на время его брал. И, короче, финка там очень хорошая. Получается, бизнес за месяц принес 612 миллионов, пацаны. Просто за месяц данный бизнес принес 600 миллионов. Мне кажется, это очень много просто. Но этот бизнес они продали, потому что финку резали, и им было уже неприбыльно его держать. Поэтому они его продали за 600 миллионов. То есть они заработали 600 миллионов и продали его за 600 миллионов, и получается они на ровном месте заработали 1 миллиард. Так, пацаны, я, короче, приехал, получается, на рынок, хочу скинец посмотреть. Какой-то чувак бегает, кто это такой? Какой-то Артём, Андрей Косматый бегает. Или подожди, кто это? А, Артём какой-то, нихера у него скин прикольный. Блин, реально у него скин такой прикольный, мне очень нравится. Классно у вас униформа. Вообще реально по кайфу. Короче, что я вам вообще хотел сказать? То, что, блядь, смотрите мой автопарк, вот. Смотрите, да? Такие, ебать, охуенный автопарк туда-сюда. Ну, чтобы вы понимали, в чем весь прикол. То, что вот этот весь автопарк, это стоит 600 миллионов. 600 миллионов это финка в месяц в бизнесе магазин оружия. Ну, которая раньше была. Бля, ему пока я эти яйца продам, я охуею просто. 376. На, забирай уже эти яйца, ёбаный насос. Я заработал немножко баблишка. Ну, типа, все равно они мне не нужны, поэтому... Как бы вообще пофиг на них. Нихера здесь тут мусора катаются, чекайте, на кроветах, ебать. А ну, сейчас поедем, разберемся, ебать, стоять, нахуй. Это еще и новый корвет, понимаете? Ладно, и старый был бы. Но это новый корвет, тупо мусора такие едут.
На мигалочках, нихуя себе, ебать. Вот это я понимаю номера. В очко. Коротко и ясно, ебать. Пацаны, кому в очко надо? Братан, можешь дать катнуть на машинке? Нихуя себе на морковке дали покататься, пацаны. Вот это я понимаю. Контент. Бля, 240, пацаны, едет тачка. Короче, ему 38 лямов предлагали за нее. 3,62. Да, вот Toyota Mark 2 получается. Чип стоит. Бля, извиняюсь, пацаны, за то, что вам его не слышно, но, бля, тачка реально огонь просто. Тачка просто огонь. Да, блядь, заебали. Где там механики? Да ты заебал лагать, сука. Сука, мать машину, что стенку везут. Ёбаный упырь, сука, мою машину пиздит. Он еще и лагает, сука, блядь. Стоять, дядя. Пусть, блядь, мою машину отдает. У меня тачку спиздили, пацаны. На ровном месте. Блядь, у него пушка есть. Да мне похуй, долбоёб, нехуй машину мою трогать. Надо бочком раздать, пацаны, нормально, по-пацански, блядь. Марк 2 это, конечно, хорошо, но BMW не надо забывать, пацаны. BMW сила, ебать, Mercedes могила. Ебать, я бочком зашел просто, миллиметраже, ебать. Вау, полетел, ебать. Заебись. Бочок потик. Да не, сейчас, может быть, поднимется эта хуйня. Охуенно, блядь, догадался, да? Хорошая была BMW.